держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь, держи. Держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи. Всем приветик, ребята! Добро пожаловать на мой канал Junkin Donuts. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Желаю вам всего наилучшего, чтобы все мечты сбылись в 2018 году. Сегодня у меня мейкап-туториал на этот макияж. Я использую в основном фиолетово-красные цвета, то есть цвет года 2018 это ультрафиолет. То есть я перевела правильно. Но в основном это как бы, я бы объяснила так, это цвет заката с фиолетовым оттенком, так что я попыталась это создать на моих глазах. Так что если вам интересно, как сделать этот макияж для Нового года, оставайтесь со мной. Хочу вам напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь сейчас. А вот теперь давайте приступим к туториалу. Ну что ж, все начинается с праймера. Это праймер Professional Benefit Pearl Primer, новый праймер от Benefit. Наношу только те места, там где есть у меня поры. Дальше наношу тональный основ Laura Mercier Candle Glow. Она не слишком плотное покрытие, но я поправлю потом консилером, так что мне это нравится натуральненько. Дальше у меня идет консилер Tarte Shape Tape. Наношу его под глазами, там где нужно. И все, спонжем Sephora наношу вокруг. Дальше, чтобы закрепить, я наношу Laura Mercier транслюзивную пудру. Как вы заметили, за консилером у меня лицо чуть белое, но не беспокойтесь, исправлю бронзером. И здесь у меня Focus Mocus, у меня есть брови, это Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Для бронзера я буду использовать Omega Bronzer, кисточка от Marc Jacobs, оба с Marc Jacobs, короче, очень классный бронзер и как раз дает мне достаточно такого теплоты на моей коже, что кажется, как будто я загорела. Ну, не по всему лицу, только... Как контуринг, в общем, я использую в этом туториал, то есть под скулами, вокруг носа. Для хайлайтера буду использовать Hustler Baby от Rihanna Fenty Beauty. Буду наносить кисточкой на верхней части скул, чтобы дать немножечко такой, не знаю, luminosity, немножко сияния на коже, в общем. Дальше я буду наносить blush, то есть румяна от Tarte, называется Party. Для глаз мы сегодня будем использовать палетку от Huda Beauty Rose Gold. Начнем с теней Sandalwood. Будем использовать его на внешний угол, по складку века, с растушевочной кисточкой, хорошенько мягенько растушевываем, чтобы было мягенько, чтобы такое скульптурирование было для глаз. И, конечно, не забываем нанести под глазами чуть-чуть, но не по всему, только по внешнему углу под глазами, чтобы дать такую симметрию. Дальше мы будем наносить цвет Man Eater, такой красновато-фиолетовый цвет, там розоватый, я не знаю, как объяснить. В общем, как вы видите на экране, наношу это только на внешний угол и хорошенько, мягенько будем растушевывать по складку века, но не так сильно, как предыдущий, как видите на экране, на видео. Очень мягенько растушевываем именно растушевочной кисточкой. Очень нравится этот цвет. Дальше наношу тени басы, наношу точно так же на внешний угол, но так как этот еще темнее, не буду наносить слишком по всему складку века, но держим так. Дальше наношу черный цвет в внешнем углу одной кисточкой, потом рассушевываю со сушевочной кисточкой. Так, не показалось так легче для меня. Кому как. Просто дает такой эффект иллюзия. Тот же цвет наношу под глазами чуть-чуть, чтобы была симметрия. Теперь наношу карандаш Marc Jacobs под глазами полностью, чтобы сделать более такой арабский макияж. Если честно, он становится арабским, если честно. Дальше будем наносить новую палетку у меня в моей коллекции Moondust, и будем наносить цвет Magnetic. Это такой красивый, очень красивые тени, более такого фиолетового цвета. Наношу по всему подвижному веку именно пальцем. Мне кажется, пальцем нормально наносится, нежели кисточкой, так что пальцем лучше. Наношу почти по всему подвижному веку. Как видите, очень красивые тени, я прям не могу. Дальше наношу подводку. Подводка у меня от NYX, обычно черную. Наношу иначе никак с этим макияжем. Да и вообще, подводка это мое все. Подводки, без подводки я не могу. Дальше наношу я... Дальше наношу тушь. Тушь у меня от Too Faced Better Than Sex. Дальше уже у меня идет накладные ресницы от Sephora. Без накладных ресниц никак.
Я немножечко фиолетового цвета наношу под глазами, чтобы немножко была симметрия. Дальше наношу ленкомовский карандаш для губ, цвет бронзел. Кстати говоря, вся информация про косметику, которую я использую на этом видео, будет под видео, посмотрите обязательно. И дальше идет Luster цвет от Pat McGrath, наношу. Я решила сделать более такой натуральные губы, как и обычно, потому что глаза достаточно темные, поэтому оставим все это натуральным. Вуаля! Ну как вы думаете, ребята, понравилось? Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал и дайте мне знать в комментариях. А мы с вами увидимся на следующем видео. С Новым годом, ребята! Пока-пока!